А мама говорила, Минздрав предупреждал, но ты моя зазноба, ты мой идеал. Все, что? Что такое? Как будто мы в Ярославле каком-то. Вот это Воронеж, родина кутежа, я понимаю. Вас так легко купить, я то же самое где угодно могу сказать. Чего вы ведетесь-то? А, подождите, я не должен это вслух говорить. Не должен. Давайте еще раз. Вы просто офигенские. Давай.